Депутаты высшего законодательного органа Литовской Республики также выступят наблюдателями на внеочередных выборах президента Казахстана. Представители Евросоюза готовятся прибыть к нам уже в ближайшие дни. Нашу страну в Литве называют лидером среди стран Центральноазиатского региона, а в фокусе внимания нынешней поездки в Казахстан будут, конечно, вопросы избирательного права и выборного процесса. Как отмечают литовские парламентарии, в Казахстане уже сформировалась политическая культура выборов, налажены необходимые механизмы контроля гражданского общества и, конечно, инструменты взаимного контроля различными политическими силами. Кроме этого, европейские наблюдатели отмечают обычно высокую избирательную явку в Казахстане, а также равный доступ кандидатов в президенты к средствам массовой информации и возможность их встреч с электоратом, что европейцы называют одним из наиважнейших моментов в проведении демократических выборов. Я давно наблюдаю за Казахстаном, слежу за ее политикой, но мне нравится, что у вас так много людей приходит голосовать.